memorial service in Central Park. Мемориальная служба в Центральном парке Нью-Йорка. This is the man that shot him. Этот человек его застрелил. Как его зовут? Mark Chapman. Вот опять он. This is a demonstration. That's the right way, not wanting to go to war and wanting to go to war. А это, по-моему, право радикальное крыло, не предыдущий фотографии, но что. А это левое крыло. Такая фашистующая группировка, как мы говорим. А это мемориальная служба рядом с собором Святого Патрика в Нью-Йорке. Ну, должен сказать, что сейчас немножко все-таки настроение вот этих кадров сменится, будет чуть-чуть повеселее. Demonstrators jumped into pool in Washington. Вот участники демонстрации прыгают в бассейн в Вашингтоне. This was during the big drug heroin epidemic in New York. Так, а вот это вот была такая наркоманская героиновая эпидемия в Нью-Йорке. And they would go to under bridges, old houses, and they'd be sharing needles, and it was a terrible mess. Это, конечно, был полный кошмар, где все это происходило, где-то в заброшенных домах, под мостами, одна игла на всех, полный ужас. It's the IRA on maneuvers in Northern Ireland. Северная Ирландия, ирландская республиканская армия во время маневров. He was the first man to die in a hunger strike. They were in a hunger strike in Northern Ireland. Mickey Devine, это Северная Ирландия, это первая жертва голодовки, которая тогда происходила. This is when they came out of in the Sudan, the starvation. Голод в Судане. Лагерь в Судане.